Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Значит, вчера я зашла в проект Wikimoney. Значит, проект мне определенно понравился. Идут уже выплаты. Так, что-то у меня зависло. Так, хочу обратить ваше внимание на маркетинг. Так, ну, что-то виснет. На маркетинг. Значит, я зашла за 250 рублей, активировала. После я активировала маркетинг от Free, линейный. Я на старт и на линейный. И здесь что? Сейчас хочу показать вам. Здесь идут перевороты. Понимаете? Так, маркетинг. Значит, основная информация. Что мне виснет? Так, основная информация. Вот хочу обратить ваше внимание. Ну. Так, ну, перевернул. Так, сейчас. Поднимаемся вверх. Так, основная информация. Смотрите, я вчера зашла, я новичок. Правильно, как новичок. Ну, а вверху, как всегда, лидер. Так? И вот смотрите. Я в самом низу. Я еще никого не приглашала. Нет, ну, ко мне пришли 5 человек, один активировался. Но суть не в этом. Я пока вчера писала видео, потом пока его заливала, закачивала это все, у меня еще 3 выплаты. Представляете? Вот. И плюс сегодня еще денежка прилетела. Значит, вот это лидер. Вот это, допустим, ну не допустим, оно так и есть. Новичок, я пришла. В самом низу. Так? Потом, когда происходит переворот, новичок становится вверх. Вот ко мне пришел партнер, да, реферал. Он активировался тоже на старт и площадку фри, линейную. Он новичок. Так же, как и я. Мы стоим внизу с ним. Я встаю внизу, и он вот после меня тоже внизу стоит. Вверху лидер, как всегда. И будет переворот. Лидеры окажутся внизу. А мы, кто вот только что вот последний зарегистрировавшийся и оплатившийся платформу, да, купили матричку, встаем в самый верх. И лидеры уже нам будут платить денежку. Вот новичок стал лидером. А это уже старые лидеры. И все денежки идут новичкам. Ребят, ну это что, не круто? Так, зайдем теперь в кабинет. Вот почитайте здесь. Я уже не буду зацикливаться, как бы. Сейчас я в кабинет зайду, покажу. У меня уже заработано 80 рублей. Я еще даже рекламную кампанию не запускала. Потому что вчера я так припозднилась, уже было не до этого. Значит, вот у меня заработок 80 рублей. И вот 6 человек, один активный только. Перейдем сейчас на почту. И вот у меня денежка прилетела 49,52. Представляете? Это круто. А еще переворот будет 7 февраля только в 19:00 по Москве. Переворот структуры. Кому интересно, присоединяемся. Вот у меня статус за 250 активный и линейная фри статус активен. Так? Вот. Ну, я довольна, я не знаю, приглашаю, конечно, очень крутой такой проект, я впервые в таком проекте, конечно, участвую, и я довольна. У меня сегодня вообще, ребят, день суперский, вот, утро началось замечательно. Ну, что здесь тарифные планы, я показывала вчера, как активировать это все. Вот, тут все очень просто. Я думаю, разобраться без проблем можно будет. Вот, смотрите, это фри. Сначала надо активировать вот эту платформу или за 600.
Значит, я активировала старт за 250 нажала. Меня потом вот за 250 я нажала. Меня перебросило на платежную систему Payeer. Там я все это оплатила. Автоматически у меня все это купилось. А потом просто активировала статус Free. Вот. Я вот сюда нажала как бы. И вот это все, ну, в общем, супер. Мне понравилось. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Я довольна. Продолжение, естественно, будет следовать. Всем удачи, больших заработков. Запускаю я рекламную кампанию. До новых встреч!